Место одно, а желающих несколько. На пост вице-спикера Думы Бийска претендуют два депутата. Причем оба избранника состоят в партии «Единая Россия». Кто же из них станет заместителем Сергея Ларейкина, станет известно уже на этой неделе. На ближайшем заседании, которое пройдет 24 мая, депутаты рассмотрят вопрос о прекращении полномочий действующего зампреда Думы и избрании нового. Напомним, в апреле Анатолий Чуй подал заявление о добровольном уходе с поста в связи с претензиями прокуратуры. Депутат совмещал пост заместителя председателя Думы и занятия бизнеса. Сейчас на его место претендуют два депутата и вновь от фракции «Единая Россия». Это председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Игорь Степанов и председатель комитета по земельным отношениям Руслан Курасов. Напомню, что Игорь Степанов также возглавляет управляющую компанию бийского туркластера «Золотые ворота».